Ну что, брат на работе? Сейчас на кустами помолитесь, они мимо идут из дальше. Ну что, споем? Заходи. Царю небесный, утешителю души истинный, и живи с детцей, и вся исполняя сокровище благих и жизнеподателю, приди вселися мы и очисти мы от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови это наше собрание очередное. Помоги, Господи, нам с верой на надежду воскресения и жизнь вечную смотреть всегда вперед в будущее небесное. То, которое, Господи, рассказываешь Ты нам словесами Твоими в Священном Писании. Даруй, Господи, чтобы во всех наших словах всегда все было подтверждено Твоими словами. Чтобы мы сами не мудрствовали лукаво. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Христос воскрес! Во имя Иисуса Христа! Рад вас видеть снова. Благодарение Господу, что многие все-таки преодолели себя, преодолели погодные условия и пришли пообщаться с братьями и сестрами. Как вы помните, сегодня должен был быть вроде как Валентин Николай Валентинович. Николай Валентинович, вот, но Надя сказала, что он на работе. Надежда, надо передать, что следующее воскресенье он будет, да? Будет он? Не знаю, не могу сказать точно. Потому что у них бывает подмена, там кто-то не вышел, кто-то заболел или как. Но мы надеемся услышать его в следующее воскресенье. Значит, вы видите, что Игнатий Ильич устранился и говорит, что он мне вчера говорил, давай веди собрание от начала до конца. Но для того, чтобы вести собрание от начала до конца, нужно к нему готовиться. Я думал, о чем же я буду говорить. Но решил поделиться своими мыслями, мыслями такими, которые, в принципе, одолевают меня на протяжении всей моей жизни, скажем так, вопрос очень серьезный, и он важен в том плане, что даже мы уже говорили о том, что люди у нас уходят, и почему уходят. Вопрос такой, что такое собственное мнение, и нужно ли его иметь? Почему я хочу поднять этот вопрос? Потому что он увязывается вот удивительным образом. Сегодня, вот во время службы, этот вопрос у меня в течение недели особенно обострился, этот вопрос. И вижу, что сейчас брат говорил о властях, о подчинении властям. Это тоже увязывается с этим вопросом о собственном мнении. Удивительно, да? И мы сегодня будем изучать на занятиях первое послание апостола Павла Коринфянам. И опять вернемся к стиху, который говорится, 33 стих 15 главы. «Не обманывайтесь, удаются общество, развращает добрые нравы». Какая связь? Вот дивно Господь устроился вот так вот. Сегодня связь такая, мой вопрос, который меня всегда волнует. И волновать он меня начал с ранних лет моей юности,
прогуливаясь однажды после занятий в школе в городе Горняке, в своей компании одноклассников, я как-то не замечая для себя, начал говорить фразами из литературных произведений, которые мы изучаем. Но это и закономерно, и понятно. Мне говорят, а чего ты своими словами не говоришь? Чего у тебя своего мнения нету? Ну вот, я выношу вопросы на общее обсуждение. А что такое собственное мнение и нужно ли его иметь? И если иметь, то какое общественное мнение? Вот и нам предлагали, что почему вот один встал и начинает говорить и говорить, и получается театр одного актера. Давайте поучаствуем в этом. Пускай театр второго будет актера. Есть какие-то соображения? Причем это соображение должны исходить... Да, брат. Ну, как раз я про это и хотел говорить. Вот я никогда не говорил про это, но почему-то не было. Ну, почему? Я не знаю, почему. Повода не было. Да, ни повода, ни каких-то вопросов не было. Будем так говорить. Вот самое страшное, что было вот в моей жизни, я помню, самое страшное, это рассказы моего дедушки о войне. Даже не рассказы, а он так... изредка что-то говорил, ну, как бы отвечая на вопросы или еще что-то вспоминая. И вот война, она всегда меня очень сильно задевала. И когда вокруг все говорили, там, при коммунизме это было, помните, это разоружение, лишь бы не было войны. И там песня такая была, хотят ли русские и югославские, ну, там этот пел, югослав, хотя, хотим ли мы, друзья, войны. И все отвечали там, нет, войне, нет, войне, там, да, миру, там, все кричали это. И это мне было до такой степени близко. Я, можно сказать, был идеолог пацифизма, нет, войне. На самом деле все происходило, как Игнатий Тихонович пишет в своем произведении поэтическом, потухли глаза амбразуры, замолкло, охладев пулемет, над полем безбрежным в небесной лазуре один жаворонок о мире поет. Один он только поет, этот жаворонок. Почему? Ну, вроде бы все, нет уже войны-то. Разговор-то об этом же здесь идет. А потом оказывается, что только Христос может нам дать мир. Только Христос в душе человеческой может принести этот мир. Все остальное будет всегда война, война и война. От великого самомнения, конечно, происходит она. От большого самомнения. Но в то же время мнение, конечно, должно быть. И мнение должно быть положительного, доброго порядка. Вот в чем дело. Для того Господь нас и сотворил подобными себе, чтобы мы выбрали не зло, а добро. Знал ли Господь, что Ева все-таки сорвет плод и подаст его Адаму, и Адам возьмет из ее рук плод? Знал ли Господь? Да, конечно, знал. Он знал уже и заранее сказал, плодитесь и размножайтесь еще во второй главе. Третьей главы еще нету. Он уже говорит, плодитесь и размножайтесь. И уже дает и жену, помощницу. Говорит, и не нашлось помощника, соответственного человеку. Как понять соответственного? Почему? Вот не было того существа, которое бы сделало грешным человека. Не было. И вот она дана... венец творения, как везде сейчас во всех фильмах документальных и художественных проталкивают женское начало. Вот оно, венец творения. Уже Бог, он, она, уже священницы пошли и так далее. Вот оно. Но это все доводит только до войны, запомните. А истинный человек, он всегда мирный. Его ничего не могло поколебать, ничего. И тогда Господь, видя, что его ничто не столкнет от любви к своему... Творцу, они же ходили в саду и беседовали, братья. Вот у нас нету этого братского общения, оно редко-редко проявляется. Почему? Потому что нету этого согласия до конца. Ну, когда зато братья сходятся и за пиршественным столом, чаще всего тогда открывается эта братская любовь. Апостол Павел призывает к единомыслию. В чем? Да, единомыслие, единодушие должно быть. И вот это... вот этот самый мир, который Господь вложил в человека, он, можно сказать, разрушен самим Господом. Потому что все было для этого дадено.
и плод этот, и все. Ну, человек должен был проявить себя. Вот это самомнение его и проявилось. Ну, нужно ли было такое самомнение? Нет, конечно, не нужно было. Нужно было доброе, конструктивное, такое строительное мнение. Но его не было. Ну вот, как раз сегодня и вчера тоже я говорил о начальствующих. По какой причине? Чтобы между нами всеми было единодушие и единомыслие. Помните, когда был этот Беслан, и было убито 311 или 313 там, детей много, 200 там, с чем-то там человек и взрослых там побили, но детей больше. И у нас сестры тут особенно говорили, вот бы расстрелять бы, прям такие злобные прям сестры были у нас. Некоторые здесь, я знаю, они прям, я с ними беседовал, они, да, прям расстрел бы им, так прям от сердца все разговор. Этого не должно такого быть, на нас не должно не влиять ни вот эта война, которая прям подкралась к нашим дверям. Самое страшное, что есть. И вот это страшное, оно, видите, как пришло неожиданно откуда. Игнатий Тихонович говорил про это страшное, но он говорил там про Японию, про Китай. Китай ближе, конечно, к нам, чем Украина, но Украина совсем близко к самой России, к сердцу, так сказать, Москве. Поэтому дрожь прошла не по одному моему, наверное, сердцу. То пророчество-то ударило, оно оказалось еще ближе даже, чем мы думали. Мы думали, что нас там какие-то инопланетяне там захватят, тут люди любят про это, что роботы какие-то там или еще что-нибудь. А ничего подобного, сами же люди, причем тот, кто с тобой вместе ходил в Дом Божий, поднял на тебя пету. Рядом тут, братья до конца, сколько провели всяких строительств, не говорим там о войнах, там это все как-то сплачивают больше войны, а сколько всего строили, сколько пытались донести там до мира свое это учение кровавое. Ну, конечно, больше всего его несли Россия и Украина с Белоруссией. Сейчас это Господь с нами разбирается, это понятно все. Но оно касается-то сейчас именно нас, потому что, ну что мы будем говорить о всей там, о всей стране? Мы говорим о верующих, в первую очередь. И как раз об этом и проповеди идут, что своим по вере ты должен донести Слово Божие до конца. Как нам нужно относиться к тому, что сейчас идет, как перестраивается этот мир? Ведь еще немного, и, возможно, мы будем самыми близкими друг другу людьми. Когда начнется вот то, что творится на Украине, оно начнется здесь. А у нас здесь не Украина. Это там, как говорится, в январе навоз тает. У нас как начнет морозить, и полгода мы тут будем партизанить в снегах и во льдах. А еды-то все меньше и меньше. Вот сейчас вот одну, только треть урожая гречки собрали по Алтайскому краю. Сейчас будет дорожать гречка, сказали. А сколько там хлеба осталось, тоже очень много, и так далее, и тому подобное. А Господь-то и дальше будет нам напоминать, кто мы есть на самом деле, со своим мнением. Как нужно относиться к начальствующим, какие должны быть начальствующие. Ведь и между нами начальствующих как бы выбирать-то надо между верующими. Поэтому это очень важный вопрос, который сейчас подняли. Слава Господу. Человек вообще есть продукт общества, общения. И поэтому говорить, что вот вообще вы считаете, как важно и нужно ли иметь собственное мнение? Да, Людмила Степановна? Вот, ну, как рассказал о себе Игорь, так я хочу о себе рассказать. Вот у меня понятие такое, что ну, кто бы хотел слышать мое мнение? Кто бы хотел мое слышать мнение? И когда он вот все рассказывал, у меня, знаете, возникло такое, такое вот, что мы прожили, вот я лично, не знаю кто, а мы прожили, нам всегда давали сверху установку, и не дай Бог, мы бы по-другому делали, по-другому думали, не ходили бы на все демонстрации. Я последние, вот, допустим, 20 лет я была главным бухгалтером. Ну, подчинение было 15 человек у меня, допустим, два зама. Всегда все, вот я прихожу и говорю, вот мне директор так сказал, и вы так должны прийти. На демонстрацию все должны прийти. Все.
не придете, не будете получать премию, не будете то, то, то. Все, они подчинялись, приходили, я болею, я там это, ну я там записывала, а потом меня директор строгал, почему не было 3 человек? Все, я тебя лишу премии. Понимаете, я неверующая была, мы исполняли то, что нам говорили. Какое мое мнение? Прям меня кто-то бы слушал с моим мнением. Хоть даже я там, пусть была какая-то там это, ну, бухгалтер главный. Это не играло никакой роли. Дело все в том, что директора спустили, она строго нам все. Все, попробуйте, не выполните. И мы, короче, бегали и суетились, и исполняли эту волю. Мы не знали другой воли, мы безбожники были. И поэтому вот когда я уверовала, после того, как уверовала, и я стала ходить на занятия, и я понимала, что я все, что я делала, я вообще, я все кверх ногами делала, я все неправильно делала. И вот у меня все перевернулось, и мне так странно было. Я что-то должна делать, а я всю жизнь не то делала, 40 лет не то делала, и вдруг надо мне как-то меняться. И я когда стала уже ходить на занятия, изучать, покрестилась, и я стала понимать, что какое мое мнение-то, какие мои слова-то, как я жила-то, и вообще, кто я такая-то. Творение Божие, я должна делать все, как написано в Слове Божьем, исполнять Его волю, и я тогда, может, что-то буду, что-то значит и для других людей, и какой-то свет, может, идти будет. Но света никакого-то не было, совсем от меня света вообще никакого не было. Дети раздражались, дети меня это вообще ненавидели мои. И я, когда начинала говорить, они говорят, ты вообще, что ты говоришь? Ты свое мнение-то имеешь? Ты почему говоришь с какими-то чужими словами, которых мы не понимаем? Ты что говоришь? А мне казалось, это такие слова, как их не понимать? Это сила в этих словах. Они меня ненавидели за то, что я говорила словами Божьими. Слово, цитату, слово, там вот что-то возникнет. Иди отсюда, слушай, тебе противно. Ты что говоришь-то? Ну, короче, оскорбление это так, мягко выражаясь. Поэтому мое мнение... Было тогда, у меня его никто не спрашивал. А сейчас, когда я стала говорить мнение и выражать это мнение словами Божьими, ненависть ко мне, понимаете? Такая ненависть. И редко кто слушал, и кто-то когда задавал, для меня это такое было, думаю, вот надо вот это. Я все писала, все там это, думаю, как-то мне ответить эгоистам. Все у меня там это уже 100-летние записи. И вот тогда я знала, что мнение мое вообще никакое. Мнения у меня никакого не сформировано не было. И мое мнение, это мнение всех, кто живет неверующих, всех безбожников. И поэтому я считала, что это такое падение, что такая низость. И мнение я считала, что это, ну, у меня его нет. У меня есть, а есть Божьи слова, Божьи это меня, они вдохновляли. И поэтому вот мнение, как такового, никогда в жизни у меня никто не спрашивал. Спасибо, Христос. Конечно, личность формируется в общении между людьми и зависит от, во многом от общества, в котором мы родились, в котором мы выросли, в котором мы живем. Правильно сейчас Людмила Степановна об этом сказала. И самый великий и бесценный дар от Бога какой? Свобода. Воля. Воля. Свободны мы. И в то же время мы должны вспомнить слова Федора Михайловича Достоевского, что сердце человека есть поле брани между Богом и сатаной. То есть наше собственное мнение, оно колеблется, зависит от условий, в которых мы находимся. Либо мы эту волю свою собегаем с божественной волей, тогда наше мнение, оно вот находится в строгом, так сказать, на стержне каком-то, на твердом основании. А если нет, тогда мы живем по стихиям мира, тогда мы как трость, колеблемая ветром. Тогда вот наше мнение туда-сюда и будет колебаться, зависеть от тех условий, как будет как флюгер, зависит от условий, в которых находится человек. Так или не так? И если мы сопрягаем эту свою волю с божественной, тогда мы находимся в правильном собственном мнении, кажущемся. То есть собственное мнение, оно в каждый конкретный момент, в каждом конкретной ситуации, оно проявляется, и мы должны выбрать, своего ли ищем мы или... пользы ближнему. А когда мы ищем пользы ближнему, то оказывается, что и себе пользу ищем в этом, оказывается. Еще есть рассуждение по этому поводу. Когда мы... И этот вопрос очень важен в отношении... Вот когда начинается собственное мнение, вы скажете, это конфликт между отцами и детьми. Родителями, конкретные, которые родили своих детей, и у них начинается собственное мнение, которое, оно может отличаться от того мнения, в котором родились, они и выросли до определенного момента, они жили вот этим мнением родителей, а потом
мнение общества, в котором они находятся большую часть жизни уже, большую часть времени суток, уже давлеет над этим мнением, которое было от родителей. Вот этот конфликт и возникает. Тот же конфликт начинается у нас и между, может возникнуть и между нами, духовными дочерьми и сыновьями, и духовными нашими родителями. Это очень важно. Я полагаю, что этот вопрос очень важный для спасения, имеет отношение непосредственное. И вот к этому же вопросу, в прошлое воскресенье сестра мне вот подала вот эту бумагу, и она попросила озвучить ее, но я решил, что нужно вначале ознакомиться, а потом уже довести до вашего сведения, потому что вопрос очень важный. Будет ли вот наше мнение в той ситуации, в которую нас, так сказать, ставят вот этим законом? О ювенальной юстиции. Сегодня в России на федеральном уровне введена система ювенальной юстиции западного образца. В декабре 2013 года был принят и с 1 января 2015 года вступит в силу федеральный закон об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации. Этот закон устанавливает чиновничий контроль над каждой семьей. Узаканивается система вмешательства организации самого широкого круга в частную жизнь семей и возможностью отбирания из них детей только лишь на основании бедности, нуждаемости в помощи государства. Закон позволяет прийти в любую семью без какого-либо повода или сигнала, проводить там проверки в то время, когда родители еще ничего не совершали. Я посмотрел ролик по этому поводу на Ютубе, и оказывается, создается параллельная с государственной системой, параллельная организация, как бы демократическая и общественная, но вообще без каких-либо ограничений. Параллельная. Но, естественно, это же с добровольного согласия государственной структуры, государственной власти это будет сделано. И там, в этой структуре, будут чиновники и административный аппарат огромный, который нужно будет кормить. Они будут созданы за наши налогоплатежи, за наши налоги, которые мы платим. Содержаться. И будут содержаться нами же. И они будут нам диктовать свое мнение. Вот тогда нашего мнения никто не будет спрашивать. Потому что без повода. Кто-то позвонил, соседка услышала, ребенок у вас плачет, плохо. Родители обращаются со своим ребенком. Нарушают права ребенка. Приехали, забрали. В любое время суток. Придут и заберут. Здесь есть адреса. Есть сайт указан. Вообще нужно, я думаю, нам проявить активность в этом плане. Потому что мне сделали замечание. Вот вы не ходите на голосование, не голосуете, потому вам такие вот правители и достаются. Однако никто нам, несмотря на то, что мы просто верим, что Господь допускает этих правителей, да, но тем не менее, от нас никто не отнял право говорить им об этом, о том, что они делают неверно, что они делают неправильно. Это право остается за нами. Это право дано нам от Бога. Мы должны их призывать к покаянию, призывать к праведному поступлению, к праведным поступкам, которые соответствуют тем установкам, тому нашему мнению, которое соответствует мнению Божьему, изложенному в Священном Писании. У кого есть соображения по этим вопросам? Можно оставить на следующий раз. Я думаю, что поразмышляйте, и можно вернуться к этому вопросу в следующий раз. Вот когда начинается вот это самомнение, то мы уходим часто в другую сторону, ведущую нас... Болото. Болото, если бы болото, то нечто другое место. У меня вопрос, Виктор Андреевич, к вам. Христос имел свое мнение или нет? Имел сообразное с мнением Отца, как Троица Единосущная. Дерзкий. Я удовлетворил ответ.
Ну, вообще-то нет. Какой ваш ответ? Что, он, что мнение Христа противоречило мнению Троицы? Как Троица? Я не понял. Единосущный. Ну, Бог, сам часть Бог, Отец, Троицы. Сын. Ну, вот и именно. Ну, значит, он не противоречил. Ну, здесь не противоречил. Мы говорим о другом. Совершенно значит... о другом говорим. Ты говоришь о личном мнении человека. Есть хорошее выражение у одного из литераторов, поэтов, который сказал фразу такую: нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, да, или в душах можно сказать так. Каждый человек должен иметь свое мнение. Если человек не имеет мнения своего, то я не знаю, чему он подобен, к чему можно уподобить. Что значит мнение? Вот представьте себе, простая ситуация, мы знаем, что происходит на Украине. Один человек буквально взял, как Макаревич, и выступил, и высказал свое мнение. Сейчас его записывают в предатели, выступления Михалкова и так далее, и так далее. Имеет ли он право на мнение? Конечно, как музыкант, как человек, как гражданин. Но в таких ситуациях проявляется его гражданская позиция. Вот ты сказал, голосуем мы или не голосуем. Мы прекрасно знаем, что за система. И что, например, сейчас вводится для разрушения семьи в отношении детей. А как мы можем воздействовать? Идти голосовать или нет? Порочная система голосования, которая, потому и не идем, потому что знаем, что будет подлог и обман. Так это мнение личное или нет? Человеческие поступки, они опираются на внутреннюю мотивацию. А мотивация как раз исходит из собственного мнения. То есть все человеческие поступки... Человек был неверующий. Имел он мнение или не имел? И вдруг человек становится верующим во Христа. Меняется мнение? Конечно. Отсюда его и поступки, отсюда его образ мысли, отсюда и образ действия, отсюда и результат. Поэтому каждый человек должен иметь свое мнение. Вопрос другой. Почему и говорят такое? Есть общее выражение. Каждый человек, сколько людей, столько и правды. У каждого своя правда. Так или нет? А оказывается, не совсем так. Почему? Есть сообразность у нас. Почему у христиан мы опираемся на что? Ведь удивительно, у пророка Исаия сказано в одном месте, где откроется для всех правителей мира, мы точно не помним местописание, где говорится, что будет открыто то, что Христос чему не учил. Так он принес учение или не принес? Оказывается, откроется главная, центральная вещь, то, чему он не учил. И это проявлено в самом важном его акте, геройском акте или подвига, то, что произошло как раз на Голгофе. И христиане как раз смотрят на это место, на Голгофу, и понимают, откуда происходит человеческое, то, о чем он говорил, то, о той любви Божией. О какой Божией? О любви Божией Отца к людям. Вот открывается, что на Голгофе. Самая главная деталь, ведь когда, вспомните, все пророки, апостол Павел вдруг спрашивает и задает вопрос: «Господи, а кто ты?» А то он не знает, извините меня, кто ты, Господи, читает образованный человек и вдруг задает такой странный вопрос. А оказывается, человек внутри, как простой человек, всегда имеет вопрос: «А как ты ко мне относишься, Господи, по злому или по-хорошему?» Потому что существует много мнений. А оказывается, открывается новая величайшая тайна. Бог есть любовь. И все от Бога. Отсюда сегодня была проповедь о начальствующих. А все ли начальники от Бога? И вся ли власть? А оказывается, существует еще сатана. И литераторы наши говорят, Булгаков рассказывает, Достоевский литераторы говорят, которые поэты, писатели, открывают самую главную, центральную часть. Возьмите, братья Карамазовых, великий инквизитор. Идет монолог, диалог, монолог точнее, говорит инквизитор, а Христос молчит. И вся суть христианства заключена в этой маленькой главе. Можно прочитать и понять, что же происходит, что произошло там. Акт любви. Поэтому, когда говорим мы о личном мнении, это и есть суть мотивации поступков человеческих. Человек должен иметь мнение свое. А уж оно, соизмерять его, это вопрос другой. Да разве кто-то отрицает, что человеку, что человек не должен иметь своего мнения, что понимать под этим собственным мнением? Вот это слово «красивая мотивация», оно только красивое, но ничего, никакой информации для понимания, тем более для спасения души, не дает.
мотивация. Мотивация может быть исходить от Бога, а мотивация от того, от который слева. Вот она мотивация. И мы родившись, ну так я об этом и говорю. Так стало быть, есть оно собственное мнение. Наше мнение собственное, оно должно быть сформировано на чем-то. Мы родились без собственного мнения. Родившись, человек не имеет собственного мнения. И вот это собственное мнение, оно формируется куда ты, налево или направо? Тому или другому? Вот оно будет формировано. А что, какая-то тайна откроется? Да она открылась целиком, полностью на кресте. И какая еще другая тайна откроется? Непонятно. Может, я что-то не понял. Ну, я хотел сказать, я слушаю брата, он дотошный, видать. Решил забраться в самую глубину просто. Непонятно. Я-то вообще думал, что все уже объяснил. Но есть Христос, это пастырь, а есть стадо его. И каждый в стаде овца, понимаешь? Вот ты баран, вот, допустим, сестра это овца. Я баран. Вон там баранята сидят. А есть козел, потому что бород нету. И так далее, понимаешь? Нету никаких козлов. Козлы все по левую сторону. Мы стадо бараны идем. И конкретно говорится про овец. Вон у батюшки были же все, потеряете. Смотрите, батюшка вот так вот отходит. Вот так отходит. Да, ну смотри за баранами, все. И дальше всю волю узнаешь. Я вот там стою, допустим. Они увидели меня, вот так поворачиваются, я тут подхожу. Они увидели меня, и все как отхлынули. А батюшка с той стороны подходит. Они друг через друга к батюшке все. И он стоит, да, ой-ой-ой-ой-ой. Они вот так вот все прям лавиной. Он говорит, ну-ка иди сюда, я подхожу, а батюшка сам отходит. И они от меня пятятся, пятятся потихоньку. Батюшка-то рядом, батюшка вообще скрылся. Они все от меня прям отхлынули, подхлынули. И вот так вот они действуют. Все бараны и все овцы там внутри. Вот их мнение. Вот я вижу тут какой-то баран. Я хочу быстрее в Царство Небесное. Я через этого барана перепрыгиваю. Я маленький еще, я маленький ягненок. А он быстрее бежит к батюшке. Почему? Пастырь, из его рук кормимся. Вот мнение, вот мое мнение, я перепрыгну и быстрее. И апостол Павел говорит, мое мнение такое, я тебя обгоню, брат. Да ты же брат мой, ты же что, ты потихонечку бежи, поддавайся. Не буду я тебе поддаваться, я за Христом бегу, Царство Небесное. И один победу, я буду на ресталище победителем. А ты тут сиди там, размышляй там, что-то там делай, в носу ковыряйся. А я вон там буду на дороге визитки раздавать. Вот мнение должно какое быть. И у всех должно быть такое мнение. По деревням там, где-то, в Португалию там. Не навязывай, не навязывай мнение. Человек не баран, а разум имеет свободную волю. Вот в чем разница. Вот наша с тобой разница. Да. Так, я полагаю, что на сегодня достаточно мы умственной разминкой занялись, да? Это подготовка к занятию, которое будет после трапезы. Оставайтесь, можем продолжить. Значит, или на следующем собрании. Да. Написано. Мы говорили собственное мнение, но написано, и мы должны этим тоже подтвердить и собственное мнение. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи. И еще. Не неради о пребывающем в тебе даровании. Каждый в крещении получил Духа Святого. Не неради, помни. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея, 4 глава. 14-16 стихи. И еще золотой стих Библии, который мы должны держать в сердце постоянно, чтобы козни бесовские от нас отошли. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Христу! Аллилуйя! Во веки слава! Аминь! Аминь! Спаси Христос! Аминь!
брат, оставим на следующее, а то все сегодня решим, нечего будет, не о чем будет говорить в следующий раз. Татьяна Кузьмична, о болящих скажите. Да, я маленько скажу. О болящих прочитали, но все те же больные остаются. Ну вот сегодня Татьяна Цингаева позвонила, заболела, болящая сильно. Ольга Соклакова болеет. Так, и... Удивительно, она мне звонила и просила, вот, чтобы мы помолились. Или... Mm-hmm. Это первый раз она сделала, что вот она заболела и позвонила мне. Просила, чтобы боится, что у нее там осложнение так, будет. Ну, вот сестра, сейчас многие болеют, но еле как, но все-таки приходят. Слава Богу, что приходят. А я хотела еще так сказать, Игорь у нас путешествующий. Молиться за него. Да, молиться за него. И Александр Загуляев отвез своих детей в деревню на каникулы. Да, на каникулы. И за него, за путешествующего, помолиться тоже. И еще я хотела сказать, что сейчас вот видите, мы сидим, и большинство у нас, мы уже старенькие стали. И я хотела попросить тех, кто на машинах, быстро уезжают, рано уезжают, как, ну как бы пораньше маленько. Ну и утром, когда едете сюда, захватите, кто по дороге идет. Вот глухонемые, вот она руку ломала, Маша. Это Тамара ногу ломала. И вот сейчас скользко начинается. Мы еле как, Раиса Николаевна. У меня, ну, слава Господу. Обратите будет внимание, ну вот как мы это самое добираемся. Потихонечку как-то помогайте, чтобы это очень большая помощь. Вот Нина Александровна, она сегодня еле-еле как тоже шла. Помогите нам. Все, благодарю всех. А еще, подождите еще минутку, сейчас два выходных еще будет. Кто бы желал, у нас вот Ельникова, Фоменко, Щукина Неля Алексеевна, Чернявская Александра, Унагаева Мария, вот это все болящие у нас. Кто бы хотел посетить, подойдите, я вам адрес дам еще, потому что Александру Ивановну, слава Богу, сестрички посещают, и ну как бы мы ее это дежурим там даже. Понемножку, хотя бы понемногу помогаем. А Валентине Ивановне уже трудновастенько ей. Она хоть отмахивается, но вот. И поэтому, кто хотел бы вот посетить этих болящих, вот сейчас два дня выходных, не можете, у вас рабочие дни в такие дни, а воскресные можете посетить. Поэтому, ну подойдите. Я тетю Машу могу посетить. Я вам дам адреса. И Андрей бы еще вот сказал нам, что там у них. Нина Александровна. Братья и сестры, благодарю всех, кто молился обо мне. Я понимаю, что ваша молитва мне очень-очень помогает. Спаси Христос всех. Ну, сформулируйте вопросы, какие к Андрею. Что сделано по дому? Тепло. Скажи, как там по теплу в доме? Спроси, тепло есть у них в доме? Спрашивают братья и сестры. Тепло. Тепло есть в доме? Ну пусть скажет. А кто он скажет? Как он скажет? Ну, через нее может говорить, он ничего не говорит, просто головой кивает. Настя, когда Настя будет спросить? У детей спросить. У детей можно спросить. Потом спросить. Зачем у детей? Зачем, Виктор? Ну почему? Не надо, они уже взрослые. Не надо, уже сами приезжали в прошлый раз. Кто говорит? Ну, она работает, он не знает, когда Настя будет. Ну, позвони мне, что Надя. Хорошо. Она никогда не поедет. Пиво знает, сколько стоит. Она контактирует, выясни через нее. Игорь Тихонович, совсем никакого слова. Да не нужно. Ваше мнение. Разве мы? Товарищ Маузер. Поведение. Да, Володя. Духовный. Ну я могу слово вставить. О, вот так. Ну-ка вставь. Возьми у него аппарат. А надо только, чтобы снимали качественно, а то снимают где-то штаны какие-то. Все. Заместителя найди себе. Да ладно, ты уж что, сразу штаны. Ну, братьев, один ты умеешь снимать. Про себя говорит. Да, учитель хороший. Штаны. Что тут, держать что-то? Да, держать. Просто держать? Да, и смотри, что снимаешь. Давай, но я тебя буду снимать, а потом перехватишь. Вот не штаны, я однозначно. У меня тема
не 5 минут, так что прошу послушать. Но я буду вкратце, не беспокойтесь. Аллилуйя. В то собрание я понимал тему о благовестии, вот я ее продолжу и более как бы расширю немножко на основании Слова Божия. Это первое, Паралипоменон, 16 глава, 23 стих. «Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его». То есть весь смысл моей вообще речи заключается в том, чтобы всех вас призвать на благовестие. Сегодня погода позволяет, мороза нету. Так, такого, может, небольшие такие заморозки. Можно выходить, вот брат говорил уже вкратце небольшое, что идти раздавать визитки. Можем зайти, взять четверо Евангелия. Это красиво, такое благозвольница выпускает. Пойти. Братья, сестры, кто может вообще? Ну, конечно, в этом нужно просить у Бога, чтобы Господь дал это дерзновение. Я же тоже не сразу все это выходил, там вот так же вот имел дерзновение такое выйти к людям и начинать благовествовать Слово Господне. Я немножко о себе расскажу, потому что многие кто-то не читал, я там на форуме выставил себе материал, как я пришел к Богу. Вот у меня, почему болит сердце об этом, о благовестии, потому что я сам был неверующий до 26 лет. Я знаю, что такое человек неверующий, в каких грехах он погрязает. То есть даже люди, вот как я был, у меня поиск Бога начался с 17 лет. Я ходил, вглядывался в лица людей, что кто-то мне должен что-то очень важное сказать. Но я не знал, что именно. Находил девушку, там, например, думал, это все, это у меня смысл жизни. Нет, оказалось, что это неверно, это обман. Вот. Потом встретились люди, опять же, неправославные, которые были свидетели Иеговы, которые есть, вернее. Они мне дали первый раз Слово Божие. Ну, конечно, не полностью православное, 66 книг протестантского издания, но именно синодальный перевод. И тогда я полюбил, познал, что вот это как раз Слово Божие я искал. Потом я от них ушел, жил опять как неверующий, и в дальнейшем я остался с братьями православными. Братом Андреем Смеляги и Володей Пищиков, которые приезжали сюда. И такой, ну вот Володя был в этом году Пищиков. Вот, как у меня произошло? Вот. Я пришел к ним на первое воскресенье, я у них помолились вместе, у них было потом занять по Слову Божию, по толкованию блаженных филактов. Мы провели. Они как раз отсюда приехали, и Игнатий Ильич их наставил, вернее, как Господь через него наставил их на идти благовествовать по их селу. У нас село 7 километров, село Покровское называется, на Урале, в Свердловской области. И вот они пошли, говорят, Володя, пойдешь с нами? Я говорю, нет, я не готов. Я пошел домой к себе. Вот. А на второе воскресенье уже я вышел вместе с ними. У меня знаний ноль было, по Слову Божию. Что-то там было от свидетелей, но это уже все, как говорится, забывается, потому что жил греховной жизнью. Вот. Я пошел с ними и ходил, просто слушал. Они говорили, свидетельствовали о Христе, подходили к дому, например, стучались и говорили, мы православные христиане, проповедуем Царствие Божие о Христе, хотите ли послушать? Если человек расположен был, дальше благовествовали, если нет, уходили, как говорится, отрицали свой прах от этого дома. Вот. И мне даже один раз одна женщина говорит, а этот-то что, говорит, у вас молчит, говорит. На меня показывает пальцем. Ну, как говорится, молчал, потому что не было этого дерзновения. Но молился я, одна из первых моих молитв всегда была о благовестии. Потому что я очень был стеснительный. Вот так даже вот сейчас вот выйти, мне нужно было очень большую борьбу провести внутри себя. Но Господь дает это дерзновение, по молитве опять же. Я молился, что Господь, дай мне это дерзновение, потому что даже к человеку подойти и спросить у него времени, у меня не было даже вот такого. Я настолько стеснительным был с детства самого. Вот. И этот дар я выпросил у Бога. Как мне батюшка говорит, выпросил ты дар у Бога, что вроде дрова колоть. Так я выпросил не просто колоть дрова, а для того, чтобы человек, видя, как я работаю, ему был расположен принятию благовестия, то есть принятию проповеди о Христе. Только для этой цели, а не для того, чтобы показать, что я там хорошо колю. И тоже здесь я даже молился. Были такие моменты, Господь по молитве, именно я упрашивал, и молился, и читал Слово Божие. Заучил Священное Писание, это в первую очередь, места Писания. И у нас так произошло с братьями, что брат, например, там один, он говорит, у меня свой виноградник, это моя семья. Дети, жена, мать, говорит, я, говорит, там благовествую, занимаюсь ими.
Второй брат говорит, у меня там бабушки есть, которые собирают, тоже хожу, посещаю. Ну а мне как быть, я молился об этом, Господь положил мне на сердце идти именно по поездам, из вагона в вагон. Я об этом молился очень долго, подготавливался, чтобы проповедь небольшая была, минут на пять. Я скажу, что внутреннее чувство, не просто там вот как говорят, что вроде вот проповедник выходит, такое дерзновение имеет. Нет, всегда внутри какой-то есть конфликт, как бы борьба такая всегда идет. То есть враг искушает, идешь и такие у тебя колебания вроде, а как тебя Богу слушать, ну кто такой и так далее. Вот есть сомнения постоянно одолевают. Но только я когда в вагон заходил, вставал перед народом, начинал слово, и у меня сразу все сомнения отлетали. То есть Господь все это убирал сразу, и Слово Божие лилось. То есть, и это опять же все дается по молитве. То есть, я недавно Златоуста читал, он говорит, могли бы все люди, независимо там, дедушка, бабушка, молодой, юноша, женщина, все могли бы быть, как апостол Павел. Почему? Если бы они молились об этом даре, об этом дерзновении. То есть, когда ты молишься, Господь дает, потому что апостол Яков говорит, просите с верою, немало не сомневаясь. А сомневаешься, подобно морской волне, поднимаемой ветром развиваемой. То есть, если ты в этом сомневаешься, но опять же здесь надо со мной молиться, и Господь даст это милостью своей. И это все делается по любви. Я был грешник, дошел даже один раз у меня в жизни, что я чуть человека не зарезал. То есть, насколько вот я спокойный, но меня он довел, наркоман. Вот, я уже тренировался, хотел его убить. Видите, как произошло? Но Господь меня тогда лишил этого, то есть я испугался этого, убить человека. Вот я понимаю, что вот сейчас, вот, который в Барнауле мы живем, народ этот, та же погрязает греха, та же тонет, та же уплывает. Эти души, они кричат криком, помогите нам. Мы этот крик должны расслышать, если мы его не слышим, значит мы мертвые. Я вот молюсь всегда, у меня бывает в автобусе едешь и просто отвернешься и молчишь. Думаешь, ну почему ты молчишь? Потому что мертвый. И именно и... молю Бога, чтобы Господь вернул эту первую любовь. Когда я это имел дерзновение, каждому человеку в течение своего, например, дня, у меня были свидетельства и на работе, и где-то я шел, где-то я стоял на остановке. То есть везде Господь благословлял. Опять же, по молитве. Вот, я вас именно сейчас вот некоторые места Писания прочитаю и кое-какие примеры приведу. Это Псалом 95, 2 стих. «Пойте Господу, благословляйте имя Его». Благовествуйте со дня на день спасение Его. То есть не когда-то в воскресенье ты вышел, а со дня на день. То есть каждый день ты должен благовествовать, где-то находить. Вот, Исаия 40 глава, 9 стих. Вот у меня, я немножко пример кого приведу, дайте мне, братья. Я смотрел ролики в интернете, вот, и мне очень понравился один проповедник, мы с Игнатьевым с ним смотрели. Как он благовествует, вот я сейчас пророка Исаию вам прочитаю, как это надо действовать. То есть он за вот так вот встаешь на возвышенность, вот, да? И пророк Исаия говорит: «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысься, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». То есть вот таким образом. Каждый человек может проповедовать Евангелие, но в этом надо опять же молитва. И простой пример, он называется ролик этот, «Уличный проповедник ударен грешником». Это происходит в Америке, он небольшого роста такого, ну может повыше меня. И вот он встал на какой-то типа паперти свою, такой небольшой, такой же примерно возвышенность, и стоит, а там молодежь, как говорят по современному языку, тусовка своего рода, дискотека идет. И вот он стоит благовествует, он просто кричит им, что вы идете в ад. Говорит, вот там стоят девушки между собой обниматься, вы, говорит, пойдете, как Содом и Гоморра, будете уничтожить Господа. И вот так конкретно он прямо кричит к народу. То есть и вот здесь вот это согласно Слову Божие, что возвещайте. К нему подошли двое полицейских и начали его успокаивать. Типа, ты говори, ну говори тихо, потише говори, зачем ты кричишь-то? Он говорит, потому что, и он привел вот... Я не помню сейчас, пророк Исаия вроде бы, да, то, что он говорит, должен голос свой возвышать. Вот, также пророк Исаия говорит, 52 глава, 7 стих. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». То есть
в то время пророк Исаия говорил к иудеям, израильскому народу, мы русские, мы должны говорить к русскому народу. То, что народ погибает, даже вот находясь в Барнауле, обращаться к ним, призывать их к покаянию, говорить, указывать на Христа, на его спасительную жертву, на распятие его, на чудное его воскресение. Вот одно из стихов, как говорится, ну, очень, почему мы так должны поступать, именно каждый из нас, потому что Филиппийцам 2.5 апостол Павел говорит, у вас должны быть такие же чувствования, что во Христе Иисусе. То есть, если ты движим Духом Святым, если ты считаешь, что ты именно ты православный христианин, ты должен поступать, как поступал Господь Иисус Христос. Вот, и вот, что Господь говорил, сейчас я зачитаю, где у меня тут места Писания были приведены. Матфея 10 глава 28 стих. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях», то есть на возвышенных местах. Так. Луки 4 глава 43 стих. «Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен, Царствие Божие, ибо на то я послан». То есть сам Господь о себе свидетельствует, что Он послан для благовествования. И апостол Павел, вот многие говорят, а ну как, вот это апостол Павел, это вершина благовестия. Думают, ну все это, как говорится, монолит такой. Но мы сейчас прочитаем место Писания, что он о себе говорил, когда он приходил в какой-то другой город, в какую-то другую страну. Какое он имел дерзновение, как говорится. 1 Коринфянам, 2 глава, с 1 по 4 стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающими ничего». Вот свое мнение. «Кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Понимаете, мы считаем монолит, а апостол этот, Иоанн Златоуст очень много это, а апостол Павел, как он был все-таки, как говорится, такой, как алмаз своего рода, там, подряд это слово. Вот. И он говорит, что я был? В страхе и в великом трепете. То есть у него такие же были чувствования, что и у каждого человека. То есть он боялся, может, даже, что его там начнут гнать там, или вообще убивать там, и так далее. То есть по человеческой немощи. Но когда человек начинает говорить, он шаг этот делает все-таки по вере, опять же, по его вере, что Господь все это может сильно сделать. Я в поездах тогда проповедовал, вроде кажется, ну кто это такой, маленький рост там, там с бородкой и так далее. Но когда я начинал говорить слово, весь вагон затихал. И кто из нас благовествовал, это знает, что ощущение вот этой силы, которую Бог дает именно в силе. То есть не в мудрости человеческой, как апостол Павел говорит, а именно в силе. Но явление духа и силы. То есть Господь являет свою силу. И замолкает, всякая тварь сразу замолкает перед тобой. И Римлянам 1 глава 16 стих. «Но ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». То есть ко спасению. Я уж не говорю о Римлянам 10 главе. Там полностью вся глава посвящена благовестию. То есть без благовестия ничего не будет. Не будет спасения твоей личной души. Потому что когда мы об этом не ревнуем, во-первых, я сам погибаю, и погибают мои братья и сестры, которых я не побуждаю именно к примеру, благовестию. Вот это надо всегда думать именно. Потому что написано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Ты хочешь погибать, ты ближнего своего туда же тащишь, а ты должен тащить его в Царство Небесное, ко Христу. 1 Коринфянам 9 глава 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». То есть эти места Писания много очень слышали, а от Игнатьевича, вот у нашего наставника. Я почему еще на Урале выходил на проповедь, так, дерзновенно один, потому что я очень много слушал проповедей от Игнатьевича. Он в каждой проповеди он говорит о благовестии, несении Слова Божия. И в книге читал, там тоже о благовестии. То есть все везде говорится о благовестии. Плюс у меня братья Андрей с Володей показывали свой пример личный.
почему у меня это дерзновение появилось. Именно личный пример человека, который рядом со мной живущий. Ну все у меня к вам. Идите и благовествуйте. Спасибо, Христос. Сегодня как раз после занятий можно. Еще у кого есть слово? Братья, сестры. Видите, как у нас сегодня демократично, не так ли? Что, все? Мы почти час после службы прошел. Сережа оставит на следующее собрание. Если... Разные теперь пуска сидит. У него есть хороший. Хотел раздать. Сергей Павлович, о разном тут сказали, что у вас есть информация. Диски хотел раздать. А, да, братья автомобилисты, я тут духовное песнопение записал в автомобиле, тут на CD-дисках, потому что вот у меня приемник, только CD слушает. Вот кому надо, можете взять. А духовные баптистки? Или да, нет, баптистки. Пламя загорается сердце, когда слушаешь. Еще какие вопросы, объявления, просьбы, пожелания? Сестра имеет слово. Слушаем. Сестры. Я 2 недели буду путешествовать. Ангела-хранителя вам. Молимся, тратимся и занятия. Достойно есть кого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господь наш Бог, благодарим Тебя за милости Твои великие, которые Ты еще продлеваешь для нас, и мирное житие, и солнце еще светит для нас, и свет Твой, Твоей истины светит для нас. Да пребудем же в это в свете до конца. Не оставь нас, Господи, как Ты обещал, прибыть с нами до конца. Ибо и врата ада не одолеют истины Твоей. В чем согрешили мы, Господи, рассуждая сегодня? Прости нас и избавь нас от этих уклонений, чтобы мы имели мнение, которое только с Твоим мнением было бы согласно. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Господи, защити родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны этой, чтоб принимали мудрые законы и всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что скрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия «Авва, Отче!». Господи, научи нас 7-кратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. На занятия оставаю, что да. Лариса, ты что, сорвал масло?